Moscow's growth in the West, Ivan IV ascended the throne and took up the eastern expansion plans of his ancestors. The Tatar Khanate of Kazan lay just across the border. But the Tatars had resisted many Rus sieges in the past. In his final attempt to capture the Tatar lands, Ivan would deploy bold new strategies. For years, the Tatar fortress of Kazan had defied Muscovy's growing power. Now Ivan IV aimed to extinguish the weakening Khanate and claim this new territory as his own. To take the city, Ivan had to strike at the heart of the fortress and take out the Khan's personal guard. But first, the Rus needed a stronghold from which to support their imminent siege. Честь повиновения есть. Город поражает место мое!
Taking the Tartar settlement, the Rus had secured a location for their stronghold. Ivan had prepared resources to rapidly construct a base on the Volga River, and his navy now delivered these. Повинуюсь непрекословен. Обрежь, мыслите очень готовы, смытей. Наказ ваш. Слушайте наказ. Лучники, снаряжение, копейщики. Не влачите нос, печать заряжены. Сделано будет. Наказывайте. Желание ваше есть закон. Слушайте все. Сейчас наказы будут. Стройте надобно. Будет для меня приказ. Возведу все, яком готова служить. Блюду, аще построю. Наказывайте, сделаю все. Блюду, аще построено будет исправно. Доволен есть. Внемлите, ожидайте наказы. The Muscovites established a settlement. Now Ivan would need to defend it, while building up a siege force with which to breach Kazan's walls. Дали нам наказ. Идти надобно. Слушайте все, новые наказы суть. Сделай. Не млите, воины. Какие наказы будут? Отправляйте меня на брат. Наказы слушайте, воины. Глазами. Покоряюсь воле вашей. Сделаю, яко накажете. Исцелим. Доволен есть. Часо накажет. Есть зон, есть отдохновение. Строите надобно. Возведу все, яко прикажете. Блюду ваше построено будет исправно. Слушайте все, сейчас наказы будут. Делаю все. Сие люблю. Есть сон, есть отдохновение. Доволен есть. Возведу все, яко прикажете. Наказы слушайте, вот весь долг свой. Руты с куда направляешься? Наказы новые слышны. Каков наказ? Один необретен есть! Слушайте все, сейчас наказы будут. Стреляют в меня! Лащники на броню стремляются! Вижу ворога! Здесь суть! Обрежь! Мыслите о части! Слушайся! Несть сон, несть отдохновение. Люблю, трудитесь в поле. Несть сон, несть отдохновение. Оказывайтесь, где начну сие немедля. Несть сон, несть отдохновение. В избой, веду. Наказывайте, сделаю все. Немедли иду добывать их.
Копье мое служит вам! Внемлите! Направьте меня на враг! Получим на обрез! Не бойтесь! Слушайте с радостью! Труд и скучен есть! Готов к ним с наказом и славе! Стреляем на стену! Люди, надобно дело править. Соберусь снять якорь. Есть сон. Нас ждет победа! Ожидайте наказа, бесчастники! Часон окажете? В лесу люблю. Готов, есть им к делу новому. Часу накажете. Наказывайте, сделаю все. Наказывайте, сделаю все. Внемлите. Рад, есть им трудить. Есть сон, есть отдохновение. Обрящу снять. Слушайте, войны, наказано идти. Есть сон, есть отдохновение. Наказывайте, сделаю все. Возведу все, як прикажете. Ору землю. Воздух добрый, полезен, есть всегда. Будет для меня приказ. Часо накажете. Начну сияние. Ворог стреляет из справа! Наказ снова есть в бой. Медленно, прийти на бег. Часо накажете. Не млите, войны. Наказ так есть. Готовы служить. С ней добрую искать и на... Готовы есть к делу новому. Возведу все, як и прикажете. Готовы служить. Наказывайте, сделаю все. Сие люблю. Наказы новые суть. Слушаюсь. Рот искосен ей. Будет ли у меня приказ? Пойду, куда накажете. Часу накажете. Строите надобно. Ладно, сделано есть. Надолго удержится. Есть сон, есть отдохновение. Немедля иду добывать их. Возродая неприменимая! Супостаты искусные суть! Батники, слушай заказ! Получим наказ сейчас, воины! Немедленно наказ исполню.
Наказывай, делаю все. Готов, есмь к наказу, мы сладим. Готовы, есмь к делу новому. Куда стрелу вонзить надо? Часу накажете. Слушайте все, новые доказы, суд. Значит, построено будет исправно. Повинуюсь. Направьте меня на брань. Блажи гряду путем. Верно. Желание ваше есть закон мне. Внемлить. Укажите цель. Прихожу на место новое. На кого охотимся? Наказы слушайте, воины! Стрела. Куда стрелу вонзить надо? Покоряюсь воле вашей, повинуюсь. Исцеляю, как приказано. Наказывайте! На кого охотимся? Наказ ваш исполнен будет. В кого стрелять? Вижу ворога! Супостатый! Укажите цель! Наказы слушайте, воины! Кого стрелять? Это служит делу праву. Куда а стрелу вонзите на ваш? Доставлю сие! Подрываем антипротивного! Укажите цель! Приказ есть новый. Нас есть в нетерпении. Куда стрелу вонзить надо? Наказы новые, судьи. Млите, воины! Напряж, не бойтесь! Повинуюсь с честью! Противные обретенья! Получим! Защищаем сейчас нападение вражеского! С вами сражайтесь эти. Ivan's army pushed across the Volga. They could expect stiff Tartar resistance. Yeah!
чаще построено будет исправно. Возведу все, як и прикажете. Строите надобно. Направь тебя, направь. Получим наказ сейчас, воины. Сделано есть. Надолго удержится. Дело новому. Внемлите, ожидайте наказы. Да буду. Слушайте все, новые наказы суть. Наказывайте, сделаю все. Да буду. Двигаю! Прямо в сердце ворога выстрел есть.
есть. Готов есть к наказам и славе. Наказ любые исполнить. Жажду крови. Всем дело свое. Копье мое служит вам. Готов есть к наказам и славе. Приказ есть новый. Аз езжит с нетерпением. Направь тебя, набрать! Жажду крови! Копье мое служит вам! Кого стрелять? Направь тебя, направь! Укажите цель! Готов есть к наказам и славе! Куда стрелу вонзить надо? Унзают нас! Копье мое служит вам! На кого охотимся? Жажду крови! Кого есть стрелять? Сон, есть отдохновение! Наказы слушайте, войны! Готов наказы слушать! Направь тебя, направь! Жажду крови! Куда меня направите? Внимаю словесика. Копье мое служит вам. Наказывайте. Направь тебя, направь. Готов наказы слушать. Направь тебя, направь. Жажду крови. Есть сон, есть отдохновение. Слушайте все, новые наказы суть. Укажите цель. Готов есть. Блажен, кто служит делу. Куда в лесу люблю трудиться. Копье мое служит вам. Наказы слушайте, воины.
Muscovite forces moved into the Tatar pasture lands. They were getting close to Kazan proper.
Прячемся! Наказ там есть! Напряжь! Не бойтесь! Буду радоваться с вами сражаться тесно! Вверх, долг свой! Напряжь! Мыслите о части! Немедленно наказ исполнил. Ivan's men were finally in sight of Kazan's walls. It was here previous sieges had failed, but Ivan swore this time would be different. Of the Muscovite war machine broke through Kazan's mighty outer wall. But the city had a backup defense. A second inner wall stood between Ivan and the Khan's personal guard. Ватники на брань устремляются! Повинуюсь с честью!
Получим наказ сейчас, воины. Наказ там есть. Наказ люб честь, повиновение есть. Немлите, воины! Немлите, воины! Получим наказ сейчас, воины! Всем долг свой! Наказ исполнен! Честь в повиновении! Kazan's inner wall crumbled before Ivan's forces. Within the inner city, the Khan's guard awaited. With a mighty war cry, the Khan's elite guards set upon Ivan's forces. Ivan and the Rus overwhelmed the Khan's guard and seized the city of Kazan. For the first time, Muscovy began to push its borders eastwards, setting its ambitions on claiming ever more distant territories for the Russian Empire.